Эти кадры вырезали из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Благодаря цензуре из фильма вырезали в общей сложности 10 минут. Однако некоторые из этих кадров вышли в отдельном короткометражном фильме под названием «Черные перчатки». И вот эти кадры. Милославский выходит из лифта и, подходя к квартире Шпака, надевает те самые черные перчатки. Попав в прошлое, Милославский подходит к иконе, чтобы ее украсть. Во время погони в спину Бунши попадает копье, он его достает и бросает обратно. Затем Милославский пытается напугать стрельца сигаретным дымом изо рта, но тот лишь рассмеялся, а напугал его Бунша. И последний, самый длинный вырезанный эпизод. Убегая от милиции, Милославский пытается уплыть на речном трамвайчике, однако, когда он проплывает под мостом, рядом с ним уже сидят два милиционера. Сбежать уже никак не получится, и он смиряется со своей судьбой.